Привет, интернет. Сегодня третий день, как я здесь обитаю, в АДК. Вот. Ну, в общем, все хорошо, и почему-то сегодняшний день у меня начался прям очень прекрасно. Я проснулся в 6 часов раньше будильника. Будильник я поставил себе на 7:30, думал, что пораньше встану, оказывается, встал еще раньше. Вот. Уснул вообще, в принципе, нормально. Единственное, вот твердо и холодно на полу немножко спать было, но мне сегодня Неруш, узнав о такой новости, пообещал просто привезти раскладушку. Вот, говорит, будет тебе удобно спать теперь. Говорит, ну почему бы и нет. Вот. А что еще? Вчера, когда я только заснул, вот что-то черт меня дернул снять телефон с зарядки. Я подошел к окошку, и толпа людей из кинотеатра начала выходить, и всем стало интересно, кто же там, блин, в гардеробе. Они попытались открыть шторку, а я ее так пальцами прикрыл и смотрю на них. Но они меня не видели в темноте, было забавно, конечно. Я хотел напугать сначала, но подумал, что не очень весело пугать людей, которые вышли из фильма ужасов. Мне надо было одеться в этот костюм Деда Мороза. Да, в костюм Деда Мороза надо было одеться, да, действительно. Вот. С утра я привел себя в порядок, и немножечко даже помыл голову весь такой, привел себя в порядок. Весь чистый я. Я пахну вкусно, между прочим, так что отвечаю заранее на ваши вопросы. А вчера мне принесли клевые бутерброды, спасибо, Настя. Вот, я их сегодня с утра заточил с большим аппетитом. А еще меня чокобоксы подкармливают шоколадом постоянно. Приносят там завтрак, обед и ужин, всякие шоколадки прикольные. Вот. И все тащат еду, хотя я никого не прошу, говорю, у меня всего достаточно, но все сами тащат еду. На самом деле за все время я попросил только зубную щетку и пасту. Вот. А у меня есть все теперь. Это очень круто, ну. Вот. Ну, сегодня настроение как-то получше. Единственное, омрачает погода, потому что там дождь идет. А сегодня будет насыщенный и бурный день, как и вчера. На самом деле, если тут ничего не делать и не устать, то ночью вообще с ума сойти, наверное, можно, потому что не уснешь. Поэтому нужно будет сегодня тоже покрутиться. Вот. Попробую пойти на автомойку. Если будет все окей, будем мыть машины. Хотя в такую дождливую погоду, кто знает, кто приедет. Хотя там у них есть акция. Вот. Передаю привет Михаилу Магаеву. Вот, это человек, который читает меня, как я понял, с России, с Санкт-Петербурга, следит. Попросил передать привет, за что я ему передаю привет с большим удовольствием, с огромной радостью. Вот, спасибо большое, что читаете, что пишете. Это очень важно и для меня, собственно. В общем, начинаем новый день, друзья.